Бесплатно прокатиться на «Пятерочке» смогут в день города все желающие. Ретро-трамвайчик совершит два рейса по достопримечательностям Барнаула. Экскурсии начнутся в 11 и 12 часов от площади Свободы, Старый базар. «Пятерочка» пройдет по проспектам Красноармейскому, Строителей, Ленина, до поселка Восточный и обратно. По пути он будет делать остановки, чтобы посадить или высадить пассажиров. Маршрут составлен с учетом демонстрации памятных и культурных мест Барнаула. Во время поездки экскурсовод расскажет о развитии краевой столицы, познакомит с историей электротранспорта. Пассажиры смогут поучаствовать в исторической викторине, посвященной 285-летию города. Победители получат в подарок магниты с видами Барнаула и электрического транспорта.